С 96 по 2002 год я учился в МФТИ. И у меня был друг, одноклассник по физмат-школе Калашников Владимир. И, соответственно, он жил в Щербинке, вот, а я на севере Москвы. И мы приезжали друг к другу в гости. И, соответственно, чтобы что-то не забыть, чем-то поделиться, я записывал план наших встреч, да, то есть какие-то важные новости, какие-то дела совместные, какие-то, может быть, по поводу общих интересов, все это фиксировал. Вот, чтобы не забывать, я тогда организовывал встречи выпускников, там пару встреч организовал наши школы физмат-класса. Владимир учился в МГУ, Московский государственный индустриальный университет. Я в МФТИ, как я уже сказал. Вот. И, естественно, тогда никаких телефонов мобильных не было, а даже по городскому номеру, естественно, были там платные звонки, потому что там не было, по-моему, московского номера. Вот. Там вообще, по-моему, у них телефона не было. Представляете, как жили люди? Вот. Поэтому... Потом его родители эмигрировали в Канаду, в Монреаль, ой, господи, в Квебек город. Вот. И он мне отдал, подарил какие-то книги, которые я потом продал, на самом деле. Ну, немножко там какой-то многотомник по географии, про путешественника. Вот, ну, в общем, вот такие вот интересные тетрадочки. Естественно, компьютер у меня появился только когда я пошел на работу в 2001 году. Вот, все писалось в тетрадочках тогда. Вот, а у моего друга был компьютер, по-моему, насколько я помню. А может, и не было, я уже не помню. Вот так вот. В общем, жили очень просто, бедно. В основном учебой занимались. Спасибо за внимание.